Доброе утро, меня зовут Ульви, я тренер единоборств, и сегодня мы с вами сделаем несколько упражнений на укрепление ног, мышц ягодиц и живота. Первое упражнение очень простое, это присед. Ноги чуть шире плеч, носочки в стороны. Садимся назад, как на стульчик, то есть колени не выходят за носочки. Поехали. Раз. Два. Руки держим перед собой для баланса. Три. Четыре. Пять. 15 повторений такого упражнения. А следующее упражнение – выпады. Выпады вперед с места, то есть делаем выпад и возвращаемся на исходную позицию. Поехали. Раз. Коленом достаем до пола. Два. Три. 4, 5, по 10 повторений на каждую ногу. Следующее упражнение на мышцы живота. Пресс. Ложимся на спину, одну ногу закидываем на другую и левым локтем тянемся к правому колену. Раз, два, три, 4. Сделали 10 раз, поменяли ногу. То же самое. Правым локтем тянемся к левому колену. Раз. Два. Три. Четыре. Также делаем 10 повторений. Следующее упражнение на косые мышцы живота. Тянемся к пяткам ног. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7. Таких 20 повторений. Делаем 4 круга. И на этом наша с вами зарядка на сегодня закончена. Всего доброго.